Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Леонида, интересуемся, готов ли он к диагностике, доверит ли нам свое биополе на период сеанса. Да. Я даю команду на счет 3 сканер сканировать пространство над головой Леонидаса под ногами. 360 градусов вокруг него. 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Леонидаса, находит все. У него джин, красный дракон и гуманоид. Снимаются маски и голограммы. Все сущности пристают согласно своему эфирному коду ДНК. Да, 3 канала. Хорошо. Считай цифру джина над головой. 37,65. У красного дракона. 32,18. И гуманоид откуда ты? Если гуманоид Орион. Понятно. Если гуманоид с кем-то связан, выстраивает канал, притягивает других ответственных. Есть кто-нибудь? Нет, на один. У него в сердечной чакре как диск какой-то вставлен. А что ты пришел паразит сюда? Почему? Много причин. Хорошо. Но если ты так мало будешь отвечать, значит, больше будешь страдать. Сколько он показывает, ты... он крутит этот диск, просматривает о жизни, просматривает душу, энергии, естественно, вытягивает. Еще энергию вытягивает. Отлично. Хорошо. Сколько ты находился в этом биополе, гуманоид? 4,5 месяца. Сколько находился красный дракон в биополе? Неделю. 7 дней. Сколько находился? 6. 6 дней. Сколько находился джин в биополе? 2 месяца. Джин синий? Да. Хорошо. Так, я даю команду на счет 3. Сканер помогает мне. На счет 3 сканер сканирует Леонидаса и отключает полностью все конструкции на частоте гуманоида с Ориона. 1, 2, 3. Отключение проходит до 100% полностью. И вся эта конструкция в сердечной чакре, где бы еще ни находилась, все это выходит и зависает перед Леонидасом. Пошел процесс. У него эти диски вниз по позвоночнику, по сторону уменьшения. Диск за диском меньше и меньше. Хорошо. Самый маленький, как капля. Все выходит. Да, есть. Отправляю всю эту конструкцию в клетку-тюрьму. Энергию. Они поток энергии закрывали. Еще и поток энергии закрывали. Конечно, будет болезни. Хорошо. Я даю команду о том, как купить Леонидаса, спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственные за чужеродные негативные патогенные низковибрационные энергии в его биополе. 1, 2, 3. Каналы выстроились. Одновременно выстраивая канал дополнительной конструкции, для получите от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Опиши, пожалуйста, кому что идет. Ну, конструкция идет энергии болезни, потому что не перекрывали все. То есть там идет не только болезни, но и состояние. Хорошо. Апатии, подавленности, бессмыслия какого-то. Все идет конструкция. Дракону идет боль, свишутхи. Там как два круга таких гланды. Они как круги. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует еще раз Леонидаса и выводит все платы красного дракона. 1, 2, 3. Отключается полностью платы, выходит, зависает в воздухе. Достаю печать красного дракона, включая на полную мощность. Ты что, паразит, ты думаешь, ты издеваться здесь будешь над людьми? Нет, не будешь. Я тебя сегодня накажу. Ну, у него с горла вышли платы. Хорошо. Печать включаю на полную мощность. Работает. Он скрипит, дракон. И дракон получает удар 100 тысяч герц. Удар. Выключаю печать. В живот попал удар. Сейчас он кричит. Отлично, красный дракон. Уменьшает дракона в 2 раза. Ты решил здесь боль причинить человеку. Хорошо, сегодня ты испытаешь эту боль на себе, паразитище. Он кричит и говорит, что никогда такого не было, лапами сучит, что происходит. Карма, закон кармы. Ты убивал человека, сегодня он будет с тобой расправляться. Ты пропустил что-то очень важное, дракон. Ты стоишь на грани уничтожения сейчас. И одно неправильное слово может сыграть для тебя решающую роль. Отпусти меня. Никуда я тебя не отпущу, ты уйдешь в галактическое ядро сегодня.
Ты пришел человека убивать, ты пришел ему горло перекрывать, да? Не будет этого дракона. Хорошо, выстраиваю канал от Леонидаса к этим платам гуманоида 1, 2, платам красного дракона 1, 2, 3 и реверсом. Отдаю все назад, все, что получил Леонидас от этого красного дракона, мощнейшим потоком пошло назад. Все негативное, патогенное, все, что он получил, низковибрационное, откат всех негативных программ, негативные мыслеформы, все по каналам назад. Знаешь, как вода возвращается, пот. Бред какой-то, боль. Сколько процентов, считай, информации воровал красный дракон этими платами? Пошла цифра. От 48 до 60. Это как яд к нему возвращается назад к дракону. К платам, вернее, но они связаны с драконом. Ну, дракон, ну попал ты, все. Сегодня ты клеймо получишь. И будешь остаток своей жалкой жизни прятаться от всех. Готово. Отлично, хорошо. Так, установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Леонида забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Дракон забирал энергию Вишудхи. Горловой чакры, голубой цвет возвращается чистый. Хорошо, дракон. Сегодня ты испытаешь на себе, что ты делал. Паразитарная сущность, ты посмотри. Джин, а что ты так тихо там стоишь? 2 месяца ты сидел. Когда ты зашел, с какой вещью? От него идет слово какое-то. Жадность, скрупулезность. У Леонидаса? У Джина. Понятно. Еще раз я повторяю вопрос свой, Джин. С какой вещью ты пришел и почему? Он к нему подцепился там, где он был 2 месяца назад. 2 месяца назад ты подцепился к нему. Кухонная принадлежность какая-то. Хорошо. Что ты ему транслировал, что ты у него забирал, к чему ты его двигал? Он бездну показывает. Все, что делал, все впустую. Бездну уходила, вырабатывал. Пустую энергию. Но она получается, что даже если он что-то делал, никто не замечал этого, не оценивал. А за что ты его так, Джин? Что он тебе лично сделал, что ты так с ним поступаешь? Вот я сейчас спрошу у Леонидаса, хочет ли он тебя засунуть в сосуд и кинуть на дно ледовитого океана. И если он скажет «да», как ты думаешь, сколько пройдет времени, что я тебя туда отправлю? Это ошибка, не делай такие. Ты два месяца человеку гробил и здоровье, и доходы, и жизнь. Ты что, хочешь, чтобы я тебя еще поблагодарил за это? Как у нас с реверсом, Вера? Все вернулось? Что из конструкции вернулось? Ты помнишь? Посмотри, пожалуйста. Спокойствие вернулось, настроение вернулось, радость. Хорошо, отплат. Радость жизни. Сейчас, секунду. Хорошо. Плат дракона. Отплат вернулась энергия. Хорошо, отлично. Так, Джину выходить не надо, Джин. Вытаскивай, собирай всю свою пыльцу, если там хоть микрон останется, и сканер найдет ее, ты уже действительно все потеряешь. Приступай. Да, снял все. Хорошо. Так, у остальных мы все вывели уже. Я даю команду на рассинхронизацию Леонидаса с Джином, красным драконом, его платами, гуманоидом и его конструкцией. На счет 3. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация до 100%. Готово. Вот хорошо. От Джина идет слово «скупость», «жадность», «накопление». Это он мог только транслировать. Накапливать и собирать. Ну да, хорошо. Это его чистота. Ладно, рассинхронизация закончилась. Включая Леонидасу внутренний белый свет. 1, 2, 3. Этим внутренним белым светом выдали из себя все негативные, патогенные, остаточные энергии, находящиеся на чистоте интерферентов и их подключек. Пошел процесс. Все это выходит и формируется в шар. Готово. Хорошо, я даю команду, сканер включает медицинскую программу, еще раз сканирует и выводит полностью до 100% весь вирус, находящийся в биополе Леонидаса. 1, 2, 3, пошел процесс. Все, до последнего микрона, выходит и летит в этот же шар, который сформировался уже. Да, там горло поражено очень и вниз спускается. Легкий. Хорошо, все выдавливается полностью, сканер уничтожает мелкие частицы на месте, крупные выводят, уходят в шар.
Готово. Большой шар? Да, большой, у него из всех тел вышло, как такие уже, которые время прошло уже, у которых, я не скажу застарелые, но они уже такие грубые, в разных телах были. Отлично. Открывая под шаром портал в галактическое ядро 1, 2, 3, и этот шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Даю команду Леонидосу на счет 3 сделать импульс высоковибрационного шока удара и отсечь от себя все каналы к интерферентам и их подключкам. 1, 2, 3. Удар. Отлетает каналы. Открывается портал в галактическое ядро. Канал уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо. Так, Джин, ты сегодня стоял на миллиметр от окончания твоей бесславной жизни. Если я тебя еще раз увижу в этом биополе, косвенно или прямо, ты никуда уже больше не уйдешь, кроме уничтожения. Все тебе понятно? Да. Ты оставил что-то в квартире? Нет. Все. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина 1, 2, 3. Джин улетает в свой портал, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Ну что, красный дракон, слышал про слово карма, закон кармы? Знаешь его значение? Он хочет, чтобы ты ему вернул его рост. Хорошо, при полном росте возвращаем его рост. Отлично. Устанавливаем. Он понял, да. Ничего ты не понял. Устанавливаем на красного дракона платы 1, 2, 3. Перепрограммируя их на отток 60% энергии в тех же местах Вишутхи, голосовая чакра. Пошел процесс. Вот сейчас ты поймешь, что ты делал, дракон красный. Нельзя ему. У него там проходит канал как с огнем, что ли, и он может сгореть, да, изнутри. Хорошо, выключаю платы. И почему я должен тебе верить, красный дракон? Ты сжег человека изнутри. Никто никогда его не наказывал, но сейчас он понял другую сторону, увидел. Красный дракон, если я тебя еще раз увижу в этом биополе, я тебя сброшу в галактическое ядро и даже думать не буду. Да, он не придет, дал слово, дает дал, слово. Дал слово красного дракона, отлично, хорошо. Так, платы открывается, вывожу платы из его биополя, открывается портал в галактическое ядро, платы уходят на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Говорит, я не знал, что у человечества есть такие оружия. Ты многое пропустил, красный дракон. Открывается наверху портал против часовой стрелки. На частоте красного дракона 1, 2, 3. Красный дракон уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, Леонидос, этот 4,5 месяца гуманоид мучал вас. Вы не считаете, что нужно дать ему ответ? Вы хотите ему его наказать? Какие варианты его наказать? Живая плазма. Я бы не хотела причинять ему боль. Напугать, да. Хорошо, в моих руках появляется шар живой плазмы. 1, 2, 3. Смотри внимательно, что это такое. Видишь свое ДНК внутри? Он какой-то ужас на него наводит. Его. Вот. Как затрясло немного. Ну что, засуну тебе этот шар в рот, гуманоид, за то, что ты сделал. Как ты собираешься вообще это компенсировать? Ты думал, ты просто пришел? Сделал беспредел и уходишь спокойно? Нет, так не будет. Ты обязательно на память возьмешь или дырку в своем биополе, или этот шар, я тебе его засуну сейчас. Он говорит, что в этом шаре долгая и мучительная смерть для меня. Это неравное. Да. Ну вот будешь знать, куда лезть, куда надо лезть, а куда не надо лезть. Ты залез туда, куда не надо лезть. Скажи мне, это было равное противостояние между Леонидосом и твоей конструкцией? Все-таки гуманоид тебе надо все-таки дать один удар этой плазмы, мне кажется. У нас здесь что угодно другое. Хорошо. Первый и последний раз я тебя отпускаю, но ты должен передать информацию в своем мире, что у нас такое оружие. Только из-за этого я тебя отпускаю, иначе бы ты кошмарно мучился, как мучился один рептилоид до тебя, когда мы ему показали, он здесь агрессировал. Ты это понял? Я передам, но поверят ли? Поверят. Хорошо, гуманоид. Открывая под его конструкцией портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Ли, ты не возражаешь отправить его? Ли, выйди на связь, пожалуйста. На связи. Приветствую тебя, Ли. Посмотри, пожалуйста, я хотел отпускать гуманоида. Я уже все забрал. Есть что-нибудь по твоей части? Закончи команду с конструкцией.
Открывается портал в галактическое ядро под конструкцией 1, 2, 3. И конструкция уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Думаю, он достаточно напуган, отпустил его. Хорошо, благодарю тебя. Все, гуманоид, первый и последний раз тебя отпускаю. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте гуманоида 1, 2, 3. И гуманоид уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Он понесет весть. Хорошо. Готово. Замечательно. Хорошо, поехали дальше. Так, мы все убрали. У нас клетка пустая, да? Да. Все, мы выдавили. Давай теперь заправим Леонидаса энергией. Посмотри, сколько ему нужно энергии и какая частота вибрации. 528. На счет 3 в макушку головы Леонидаса начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 500% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Открываем отдельный канал энергии и канал с витаминами. И эти два потока полностью наполняют его и идут по кругу. Влечивая, излечая, нанесенный ущерб, восстанавливает все. В первозданном виде. До 100%. Поднимая частоту вибрации до 28 Гц. Готово. Отлично. И отключаемся. Стоп. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Леонидаса в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Есть. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Да, я на месте. Хорошо, давай, пока ты там стоишь, я даю команду сканеру. И сканер еще раз отдельно сканирует твое горло. 1, 2, 3. Пошло сканирование твоего горла. Находятся все микробы, все, что еще не осталось невыведенным. Выдавливается, выходит, включая внутренний тебе белый свет. Все это из тебя выходит, формируется в шар. Все до последнего. Все симптомы выходят, все вирусы выходят, все остаточные энергии выходят, нездоровые. Все вокруг горла, легкие, бронхи полностью. Это физическое тело. Это твое физическое, да? Хорошо. Там ничего нет? Точка есть. И эта точка выходит. Да, будет так, а так и есть. Что за точка? И от этой точки выстраивая канал к ответственному, если такого есть. 1, 2, 3. Притягивай ответственных в клетку, тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Точка, вирус. Хорошо, он сейчас вышел? Да, он похож. С шипами, да? Типа, да, шипы типа спрута, но это красный такой вирус с отростками. И он сильный, потому что он сам сильный, как эгрегор у него сильный, созданный. Ему создан эгрегор? Да. Хорошо. У него как матка где-то есть, которая распространяет все это. Хорошо, от этого вируса выстраиваю канал к матке. 1, 2, 3, притягиваю в клетку тюрьму, да будет так, а так и есть. Ты не можешь это сделать, она большая, за ней люди стоят. Да ты что? Это же людьми созданный вирус? Да, мутированный, распространенный. Хорошо, выстраиваю от этого вируса канал к людям. 1, 2, 3, притягиваю людей. Их стоящих. Много. Их много? Там лаборатория, да. А где у нас лаборатория? Пошла информация? В разных местах, в разных странах. Лаборанты даже не знают, что они делают. Есть тот, кто проплатил, есть тот, кто наживается. Есть тот, кто не знает, что подключен. Генетические исследования. Все понятно, открывается тогда под этой точкой, этим шаром, все, что вышло, портал в галактическое ядро, 1, 2, 3, шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово.